Два пассажирских автобуса 7 и 100 маршрутов не поделили дорогу. ДТП произошло на перекрестке улиц Лежневская и Постышева. Никто из пассажиров не пострадал. По словам водителя сотки, семерка его просто подрезала, нарушив при этом правила. При обгоне водитель синего автобуса пересек сплошную линию. Чтобы зафиксировать нарушение, сотрудников ДПС пришлось ждать не один час. Между тем на Лежневской образовалась серьезная пробка. Ну там стоял сломанный газель дальше на перекрестке. Ее объезжали все, и я вперед его оказался. И ему надо, видно, было вперед рваться. Мы же его народ не забираем, мы идем по другому маршруту. Он впереди ходит каждый день, впереди меня, этот автобус. Я ни разу его не вогнал. Ну вот он решил так нас наказать. И наказал, снес стойку зеркала и помял автобус.